Омский велотрек в ближайшее время сможет принять соревнования по гандболу всероссийского уровня. Площадку для проведения матчей чемпионата России оборудовали в соответствии с мировыми стандартами. Благодаря той инициативе, которую проявило руководство нашего гандбольного клуба «СКИФ», путем взаимодействия Всероссийской Федерации гандбола и нашей региональной. Вот что было принято решение президентом Федерации гандбола России Сергеем Николаевичем Шишкарем о передаче в виде целевого пожертвования спортивного инвентаря более чем на 10 миллионов рублей Федерации гандбола Омской области для того, чтобы вот именно сделать такие, ну, на мой взгляд, очень современные, хорошие, качественные условия для проведения матчей чемпионата России высшей лиги. Что касается требований к объекту, то главное – это размер 40 на 20 метров. Еще одним важным аспектом было освещение, на которое из областного бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Хотелось бы слова благодарности сказать Александру Леонидовичу Буркову, что он принял оперативное решение о выделении бюджетных средств на то, чтобы мы вот сделали именно свет, позволяющий выполнить требования регламента проведения соревнований по гандболу. В том числе мы как бы улучшили просто вот, так скажем, освещение ядра, что позволит нам проводить соревнования по другим видам спорта более качественно и, возможно, там с более качественной телевизионной картинкой. Крепко зафиксированные ворота – также важное требование для гандбольной площадки. Специально для этого в бетонном основании пробурили отверстие. Затем уложили покрытие и нанесли разметку. По периметру игрового поля растянули защитную сетку, установили электронное табло и дополнительные трибуны. Появление новой современной площадки для проведения всероссийских соревнований – повышение статуса гандбола. Насколько здорово, что у нас появится новая площадка для проведения соревнований. Что даст нам это? Ой, очень здорово. Это популяризирует еще как вид наш. Это очень нам, кстати, что дети, может, побольше потянутся к нам сюда заниматься этим видом спорта. Будет все-таки площадка большая. Уже 29 января здесь, в Омском велотреке, пройдет первый матч. В рамках чемпионата России среди мужских команд высшей лиги омский «СКИФ» сыграет со своим основным оппонентом – командой ДГТУ «Лидер» из Ростова-на-Дону.